В начале ноября глава района Алена Сокольская встретилась с членом Координационного совета по делам инвалидов при правительстве Московской области Татьяной Набиевой и обсудила вопрос объединения организаций, которые оказывают помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями. В одиночку, работая с населением, нельзя же решить все проблемы. А когда мы все в совокупности, когда мы все люди, которые занимаемся одними и теми же проблемами, а инвалид один и тот же. У нас где-то 9 тысяч человек. Это около 6% от всего населения. По статистике по России 9%. У нас меньше, к счастью. Но все равно это огромный пласт населения, с которым нужно работать. Эта идея была реализована. И сегодня состоялся первый круглый стол по вопросам одиноких и одиноко проживающих инвалидов. На ознакомительной встрече тем для обсуждения было много. Обеспечение безопасности инвалидов, трудоустройство, снабжение техническими средствами реабилитации, социальное обслуживание. Задачи обеспечения доступной средой лиц с ограниченными возможностями для всех общественных служб и организаций были поставлены. А проделанную работу и реализацию обсудят за вторым круглым столом в следующем квартале. Сегодня мы наметили план дальнейших действий, в том числе и необходимо разработать программу социальной поддержки именно одиноких инвалидов и неполных семей, где мама воспитывает ребенка одна.